Павлик Морозов, суперзвезда. Рок-опера. Действующие лица. Павел Морозов. Трофим Морозов, его отец. Макар Нагульнов. Плохиш. Тимофей, выразитель интересов кулачества. Старая большевичка, видение Павла. Бедняки, середняки, кулаки. 1932 год. Село Герасимовка Свердловской губернии. По проселочной дороге идет Павлик. На опушке леса его поджидает Плохиш, сын одного из зажиточных крестьян. У Павлика и Плохиша общее революционное прошлое, но сейчас бывшие друзья в ссоре. Плохиш хочет восстановить былую дружбу. Ну вот я и дождался. Вот он идет сюда. Сейчас я к нему подойду и вопрос подниму. Совсем зазнался он, меня не берет в коллектив, не пойму почему. Павел, постой, не уходи, ты вечно занятой, а я как раз хочу поговорить с тобой. Есть у меня вопрос, ты выслушай его. Я хочу вступить в колхоз и больше ничего. Слушай, Павел, ты теперь пионер. Ты обязан подавать нам пример. Ты поверь, что мне всего дороже коллектив. Запиши меня в актив. Ну, запиши меня в актив. Мне всего дороже коллектив. Помнишь, Павлик, как во время войны помогали Ворошилову мы? Я все тот же, и мне всего дороже коллектив. Лед сомнений растопив, запиши меня в актив. Мне всего дороже коллектив. Павлик, запиши меня, Павлик, запиши меня, Павлик, запиши меня в ваш коллектив. Павлик, запиши меня, Павлик, запиши меня, Павлик, запиши меня в ваш коллектив. Дружбой брезгуешь, зазнался совсем. Я от этого не пью и не ем. Я боюсь, что подхвачу испанку или тиф. Сострадание ощутив, запиши меня в актив. Мне всего дороже коллектив. Ошибался я, ты это забудь. Угрызения грызут мою грудь. Я исправился, и мне всего дороже коллектив. Подозрение подавив, запиши меня в актив. Мне всего дороже коллектив. Стал читать я Сталина, сжег портрет Бухарина. Троцкий прежний мой кумир, свалится тир.
камень, в коварный враг Марту, в контру и кулак. Я за Сталина теперь Павел Валерин. И еще одно мешает мне жить, очень хочется кожанку носить. А к тому же мне всего дороже коллектив. Он так больше справедлив. Запиши меня в актив. Мне всего дороже коллектив. Очень хочется кожанку носить. Это здорово мешает мне жить. Не могу я без колхоза прожить. Ты поверь мне, не с кем больше дружить. Павел, Павел, слушай ты меня. Плохиш сопровождает Павлика до самой околицы села, куда при виде пионерского вожака отовсюду стекаются крестьяне, чтобы провести митинг. Почитаем лича. Дядя Вася, где твой галстук? Где он? Тетя Дуся, где значок? Где значок? Где твой значок? Где твой значок? Все в колхоз к Павлику Морозову, 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 все в колхоз, все в колхоз, все в колхоз, все в колхоз к Павлу Морозову. Что за шум, что за гам, почему симфонд не сдали? Почему не прыгнул скот? Всех вас ждет Макар Нагульнов. На собрание шарма! В тот же вечер Тимофей собрал у себя кулаков-заговорщиков. Мать ставни получше затвори. Очень людно в доме, а без конспирации, смерть организации. Сидор, встань на стрёме! Тимофей, все в сборе! Протокол ведёт Ефим. Не придёт один Трофим. Двери на заборе. Сегодня на повестке дня всего один вопрос. Как быть щенком Морозовых? Уж больно он подрос. Лезет где не надо, тянет в коллектив отца. Он паршивая овца, портит нам все стадо. Эко сучевыми, а тушка ведь полвершка. Дуре у него башка, портит батьки имя. Ведь это же я паршивцу крестным был. Лучше б я его в купели утопил. Утопил. Дьявол конопатый, видно, на
начитался книг, даже на поход в Лужник всем дает мандаты. Пьяницу Макара откопал в свинарнике, взял себе в напарники вместо комиссара. Ратуйте, люди добрые, вселимся в Пашку без. Он всех нас раскулачит и построит МТС. Это же нелепо, чтоб такой вонючий шкет мог наделать столько бед, всех загнать в совдепы. И это все не мелочь, дело тут серьезное. Я скажу вам искренне, Пашка просто сволочь. Пашка просто сволочь. Павлик спит. Во сне ему является видение. Старая большевик. Павлик, ты крестьянин, Павлик, ты отличник, Павлик, ты ведь активист. О, Павлик, склонен ты там, Павлик, склонен ты там. Павлик, ты похож на Ильича, Павлик, ты похож на Ильича. Воспитай, воспитай все село, что в селе, как ты. Знаю. Павлик, ты обязан, это твой долг. Тяжело-то мне воспитать, тяжело-то мне воспитать. Воспитай, воспитай все село, что в селе, как скромен пойду, Павлик, скромен пойду, Павлик, скромен пойду, Павлик, скромен. Кулака Тимофея, враги Павлика вынашивают черные замыслы. Ну как дела? Симфонд еще не сдан. План. Не знаю я, как лучше план сорвать. Одно скажу, он будет нам мешать. Что делать, как нам быть? 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 Посмотрите за окно, собрал весь народ. Сначала будет митинг, а потом болит зачет. Нам конец настал. Конец настал. Он из молодых до ранних, чертов интриган. Во что бы то ни стало, сорвать нам надо план. Нам конец настал. Кончай базар, пора смываться нам. Ты всех умней, все можешь сделать сам. Постой, обдумать надо нам свое решение. Всех тянет колхоз, молодой агитатор. Я предлагаю мальчонку.
бы убрать. Ведь скоро в деревню он выпишет трактор, чтоб бедноте было легче пахать. Но в нашей деревне чекист на чекисте, и может нам всем сельсовет помешать. А я предлагаю на ближайшем лесочке приступить почонку и труд закопать. Нынче бить его рано, а завтра уж поздно ебью вашу мать. Медлить смерти подобно, пристукнуть мальчонку и труп закопать. Пристукнуть мальчонку и труп закопать. Копать, копать и труп закопать. Пристукнуть мальчонку и труп закопать. Копать, копать и труп его, труп закопать. Пан Морозов, большой конспиратор, такого, конечно, не перехитришь. Нам необходим пионер-провокатор. Короче, ребята, нам нужен плохиш. Короче, ребята, нам нужен плохиш. Плохиш, плохиш, нам нужен плохиш. Короче, ребята, нам нужен плохиш. Плохиш, плохиш, нам нужен, нам нужен, нам нужен плохиш. На следующее утро все середняки собрались на деревенской площади, чтобы провести митинг в поддержку Павлика. Притаившись за ближайшей околицей, за ходом митинга внимательно следят кулаки. Павлик Морозов хороший человек, мы сдадим все зерно всем фонд. Сдадим, сдадим все зерно, всем фонд, все зерно мы всем фонд сдадим. Милые мои, вы середнячки, как мне хорошо побыть тут с вами. Ведь если все поднимут коммунизм и знамя, то даже кулаки запоют. Павлик Морозов хороший человек, мы сдадим все зерно всем фонд. Мы сдадим, сдадим все зерно всем фонд. Все зерно мы всем фонд сдадим. Бедняки сошли с ума, все подаваем задарма, у них главарь, дедок Щукарь. Но Морозов, сукин сын, за все ответит, он один, его отец прибьет в конец. Павлик Морозов хороший человек, мы сдадим все зерно всем фонд. Сдадим, сдадим все зерно всем фонд, все зерно мы всем фонд сдадим. Милые друзья, хоть был ваш и похвален, но стоит ли меня за все хвалить? В Кремле заботится о нас товарищ Сталин. Давайте же его благодарить. Жить стало лучше, жить стало веселей, интереснее стало жить. Ни к чему теперь самогон глушить, лучше с книгою будем дружить. В сельском хозяйстве опять большой подъем, к коммунизму мы все придем. Мы сдаем, сдаем все зерно всем фонд, все зерно мы всем фонд сдаем. Боязливо оглядываясь, середняки расходятся. Дело в том, что они заметили Макара Нагульного, который во главе толпы бедняков приближается к деревенской площади. Через минуту бедняки окружают Павлика.
почему же он все-таки не с нами? Я сейчас револьвер свой достану и пойду по кулацким домам. У меня есть большая обойма, ох, и солоно придется кулакам. Алик, ты нас знаешь, мы твои друзья, почему не перевоспитаешь ты отца? Алик, ты нас знаешь, мы твои друзья, почему не перевоспитаешь ты отца? Павлик, почему же твой отец не с нами? Павлик, почему же он все-таки не с нами? Пусть в троцкизме меня обвиняют, куркулям я пощады не дам. Пусть из партии меня даже исключают, все равно попорчу крови кулакам. Всех переберу по куреням, никому позорить нас не дам. Им не избежать экзекуции во имя мировой революции. Во имя мировой революции. Нам с тобой сказал товарищ Сталин, что нельзя в колхоз тащить силком. Нельзя середняка убеждать кулаком, а надо действовать с умом. Всех водить в избу читанью, чтоб читали реча, иначе получится вредительство. И дело дойдет до правительства. Так что спрячь подальше пистолетик и не вынимай, что в нем тебе, снеси его на склад, где сеялки стоят. Вот ты знаешь, намерения с середнячками песенки здесь пел. Так славненько я времечко провел, друзей себе обрел. Взволнованный встречей с бедняками, Павел возвращается домой и усталый засыпает. На следующий день он рассказывает Макару Нагульному свой сон. Я спал, приснился мне Ленин у Зимнего дворца. И он сказал, ну расстреляться, ну расстреляться. Я спал, приснился мне Сталин, железный коммунист. И он сказал, что мой отец фашист, что мой отец фашист. Теперь набраться надо сил, отца пустить в расход, как Ленин говорил, так повелел народ. Я спал, приснился мне Рыков, предатель он и враг. И он сказал, не делай, Пашка, так, не будь такой дурак. Из сельсовета Павел возвращается домой. На пороге его встречает отец. Сразу видно, он недоволен политической ориентацией своего сына. Послушай, Пашка, тюльку не трави, а не послушаешь, так батькой не зови. Ишь, постреленок пошел против отца, я и в колхозах не видал такого подлеца. Вот ты говоришь, что ты любишь народ,
А скажи мне, почему вы обобществили скот? У вас на колхоз не найдешь петуха, да и в амбарах труха. Ведь я ж вот этими руками, сукин сын, построил хату нам, расширил наш авин. А ты не хочешь мне оставить и телка? Я и в колхозах не видал такого дурака. Не буду, не буду кормить голытьбу. Ваш поганый коллектив скоро вылетит в трубу. У вас на колхоз не найдешь петуха, да и в амбарах труха. Ведь ты о матери и думать перестал, то у тебя собрание, то политоврал. Уж ходят слухи, что обобществляют жен. Послушай, Пашка, старика, не лазай на рожон. Не буду, не буду кормить голытьбу. Ваш поганый коллектив скоро вылетит в трубу. А если ты, Пашка, паскудный палач, ну так поди раскулачь. Но посмотри, за печуркой висит дробовик, и нашелся пионер, активист и большевик. Ты знаешь меня, я шутить не люблю. Уж как возьму его, уж как возьму его, уж как возьму, застрелю. Постой, постой, ты куда ж пошел, змееныш? А ну иди сюда, ложись. Эй, мать, принеси-ка розги. А ты снимай портки, снимай, снимай, кому говорят. А я говорю, ложись. О, хорошие розги, свежие, вымоченные. Ну, держись, щенок! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! Одиннадцать! Двенадцать! Тринадцать! В сельсовет к Макару и приказывает своему другу взять отца. Трофима Морозова приводят, но Павел делает вид, что не узнает его. Что это за мужик, связанный с конвой? Что это за человек? Это Морозов старик. Ах ты, кон, ах ты, бля.
дождешься у меня, ведь ты кулак, ведь ты мне враг. Раньше был ты мне отец, но теперь тому конец, тебя в расход пошлет народ. Арестованного к дереву. Делай раз. Делай два. Делай три. Готов. Налево. Шагом марш! Песню дружно запевай! Взлетев часами синие ночи, мы пионеры, дети рабочие. Близится эра светлых годов, клич пионера всегда будь готов. Клич шагом с песней веселой. Через некоторое время Павел, дня в просьбе Плохиша, принимает своего друга в колхоз. Но Плохиш недоволен малопочетным делом, которое ему доверил пионер. Он обвиняет во всем Павла и, возвращаясь на телеге домой, на лесной дороге встречается с поджидавшими его кулаками. Они склоняют Плохиша к предательству. Ему я другом был, в атаку с ним ходил, с ним вместе богати гнали из села. Теперь он из числа колхозных породил, и тайные с Макаром у него дела. А дело мне доверили дрова возить, а где же справедливость, вас хочу спросить. Я не прощу, я отомщу. Пионером стал руководить привык, английский с Макаром изучил язык. Встретиться со мной меня не узнает, говорит, что разлагаю я народ. А делу мне доверили дрова возить, а где же справедливость, вас хочу спросить. Я не прощу, я отомщу. Переломный, говорит, настал момент, в классовой борьбе я правый элемент. Куртки не положено врагам давать, уклонисту куртки, мол, не видать. А дел не давить, не дрова возить, а где же справедливость, вас хочу спросить. Я не прощу, я отомщу. Здорово, парнище! Ступай себе мимо! Уж больно ты грозен, как я погляжу! Откуда дровишки? Из лесу вестимо, колхозники рубят, а я отвожу! Колхозники рубят, а я отвожу! Вожу, вожу, в лес отвожу! Колхозники рубят, а я отвожу! Вожу, вожу, в лес отвожу!
по твоим работенка заслугам вполне ты способен и руководить. А что тебе, Павлик? Нашел себе друга. Не лучше ли нам пионера убить? Не лучше ли нам пионера убить? Убить, убить, Пашку убить. Не лучше ли нам пионера убить? Убить, убить, Павла Морозова надо убить. Нет, нет, я не согласен. Не лучше ли нам пионера убить? Нет, нет, я не согласен. Не лучше ли нам пионера убить? А куртка к тебе перейдет по наследству. Но чтобы мальчонку раздеть и убить, его ты доставишь в лесистое место. Там легче могилку Морозову рыть. Там легче могилку Морозову рыть. Могилу рыть, Морозову рыть. Там легче могилку Морозову рыть. Могилу рыть, Морозову, Розову, Розову рыть. Четверг его я приведу сюда. Здесь нет толпы, и в его легко зарежете. В тот же вечер все колхозники деревни пришли в сельсовет на собрание. В президиуме двое – Павлик и Макар Нагульнов. Значит, прав был я, и ошибался Макар. Ах, он всегда торопится, словно на пожар. Павел, ты послушай, я подозреваю, кое-кто нас предает. Есть здесь недобитки, что вернуть мечтают наш обобществленный скот. Надо бы нам взять их, надо расстрелять их. Да вот с тобой, Макар, о чем ты? Ну ты слушай меня, я верно кутарю. На плохиша глянь-ка, все поют, а он гад рот лишь раскрывает, думает невидим. Что ты, Макар, что ты? Он же был мне другом. Ну-ка, плохиш, выйди! Что еще за сутки? Ты скрытая кобра! Эй, Макар, пойдем!
легче. Нюхался с ним мошкой. А ты чем докажешь? Я честный крестьянин. Должен быть ты подлюбка. И ты еще хочешь, чтоб я здесь остался? Пел как сивый мерин. Нет, ты не дождешься. Разлогишь, ребята, нет. Макар-то выбрось пистолет. Протри глаза и посмотри вокруг, ты на чего так гостили в него? Они поют как кровопол, потому что знают все твой колхозный трибунал. Полдерев не расстрелял. Левый уклонист, ты левый уклонист, ты левый, 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 левый уклонист. Подлюга, молчи, Катюка. Спит. Во сне ему является видение. Старая большевичка. Павлик, Павлик мой любимый, я не знала мужчин. Ты не просто гитара.
прекрасный сон Павлика прерван приходом плохиша. Эй, Павлик, проснись! А что такое? Да ничего, все в порядке. Проведал я, что кулаки в лесочке схоронили горох, а также ячмень, а также овес. Иди ты! Ну да, я знаю, где лежат сельхозпродукты. Отлично! Так пойдем же скорей и перенесем продукты в колхоз. Идем, сейчас только галстук надену. Добро, Волоха! Плохиш выходит в сени. Павел остается в горнице. И вдруг ему все становится ясно. Я напишу наказ для крестьянских масс. Расскажу, как быть, что делать, чтоб колхоз удой повысил, чтоб повысил урожайность зерновых и корнеплодов. Пусть коммунист Макар отопрет амбар и раздаст зерно крестьянам. Все до крошки, все до крошки, семенное, кормовое, все, что я с трудом собрал. Но наш колхоз, я уверен, выполнит план по удою коз. И я уверен, выполнит весь пятилетний план. Сейчас пойду искать продукты в том лесу, что за деревней. Там засада, я все знаю, но врагов не испугаюсь. Я галстук нацеплю, повяжу петлю, пойду в лесок без страха, потому что твердо знаю, я в историю войду. Плохиш и Павел подходят к опушке леса. Попросив пионера немного подождать, Плохиш углубляется в чащу. Павлик, выбрав удобное мшистое место под раскидистой березой, спокойно засыпает. И вот в третий раз во сне к нему приходит старая большевичка.
Павлик расслабляться рано, сделать нам еще немало предстоит. Реорганизуем весь крестьянский быт. В этом буераке выстроим бараки. Павлик, есть еще резервы. Ваш колхоз пока не самый развитой. Если вдруг, к примеру, снизится удой, из коров на ферме изготовь консервы. Я так тебе признателен за то, что ты со мной душевна и проста. Стиль моей работы — это доброта. Ну а остальное дело наживное. Павлик, помнишь, как недавно сельский революционный трибунал расстрелял на месте твоего отца? То-то было славно, то-то было славно. А теперь хочу о главном, о культурной революции сказать. Научи кухарок страною управлять. Отлично, то-то будет славно, то-то будет славно, то-то будет жизнь. Плохиш возвращается вместе с кулаками, которые готовы привести приговор в исполнение. Но вдруг со стороны близлежащих пажитей показывается толпа пьяных середняков. А вот и он! Он здесь заснул, дурак! Какой же нехороший ты злой! Жулик без Павлика Морозова! 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 Что вы поете? Понимаете ли вы, что меня сейчас преступнут? От секунду головы. Раз. Чего же ты разорался тут? Мы ведь тоже не дураки. Сейчас по морде ему дадут. Разобьют под лицу очки. По деревне пронесся слух, что колхоз разорился в пух. Не хотим коллектив идти. Ты скотину нам возврати. Отдавай обратно скот. Решил весь наш народ все зерно нам подходить. Мы в колхоз не хотим идти. Что же ты разорался тут? Мы ведь тоже не дураки. Сейчас по морде ему дадут. По деревне пронесся слух, что колхоз разорился в пух. При попустительстве середняков кулаки расправляются с Павликом. В ужасе от содеянного Плохиш бежит в село к Макару. Наш Павлик пал смертью храбрых, прости меня, Макар. Я выдал пионера кулака. Прости меня, Макар. Макар, прости, я не понял, что в классовой борьбе нет места для заботы о себе.
о своей судьбе. И я был так глух и слеп, что верил кулакам. Я Павлика предал, а позже осознал, что друга потерял. Макар, враги торжествуют, спеши туда, Макар. И захвати с поличным кулака, спеши туда, Макар. Макар убегает, чтобы собрать дружину из бедняков. Плохиш кончает с собой. Он бросается на рог одичавшего деревенского быка Василия. А в это время в избе Тимофея кулаки празднуют победу. Сейчас вы... Хорошо пошла. Наливай, наливай себя. Наливай. Ну чё, будем? Нормально. Матушка. Коллективизацию сорвали. Наш колхоз не выполнил свой план. Что же будет есть, товарищ Сталин? Товарищ Сталин, это стаеросовый чурбан. Коллективизацию сорвали. Чу, что это? Thank you.
про вас, про всех. К стенке встать, к стенке встать. Ох, как я зол, Бога душу мать. Руки вверх, руки вверх. Сейчас я вас перестреляю всех. Раз, два, три, четыре, пять. Я начинаю уже стрелять.